Стой, нет, сейчас не будет никакого пиара, просто хотелось, чтобы ты перед началом данного ролика поставил лайк. Спасибо и приятного просмотра. Всем привет, ребят, с вами Джейкоб. Да, в общем-то, вы меня очень просили, редко когда меня вообще просят вот так вот, например, снимать что-то конкретное, но в данном случае вы меня реально очень часто просили продолжать записывать GTA, там, либо GTA Online. В общем, я прислушался и таки решил записать, в общем-то, GTA Online. Это у нас как бы третья часть именно по GTA Online, поскольку я не записывал уже, по-моему, я не знаю сколько, но, по-моему, почти месяц времени я уже не записывал GTA Online. На самом деле, на протяжении всего этого месяца, даже больше, чем месяца, я вообще не заходил в GTA Online. И вообще в GTA 5. Я вообще не заходил, вот верьте или нет, но вот когда я зашел в Steam, то там просто написано, что я последний раз заходил 3 октября, а у меня сегодня уже 12 ноября. Так что я больше месяца не заходил в GTA Online, как-то то ли времени не было, то ли даже больше, наверное, желания не было. Не знаю, почему так, но почему-то вот так вот. Но вот сегодня как раз-таки нашел время, чтобы зайти в GTA Online и что-то интересное записать. В общем, не заходил я давно, и тут, когда я начал запускать игру, в общем-то, ну, саму GTA Online как бы, там, как обычно, в окошке, где высвечивают какие-то новости интересные по GTA Online, там было написано, что появился новый режим противоборства, это Deadline. Вот, Deadline. Давайте Deadline. Список дел, вроде запустилось что-то, но я не знаю, наверное, эта сессия уже давно закончилась или нет, поскольку это было минут 5-10 назад. А нет, вот есть. Ага, я хост, я могу даже все назначивать. Ну, давайте утро раундов. Только можно максимум 2, пусть будет 2. Продолжительность раунда 5 минут жизни. Давайте, ага, тут только четное количество. Пусть будет 6. Остаться в живых, перестрелка. Остаться в живых. Радио сразу выключаем, чтобы оно не мешало. И меня не перебивало. Хорошо, подтверждаем настройки. Окей, ну что же, ну давайте посмотрим, блин. Игроки пытаются уничтожить друг друга с помощью особых следов, остающихся от байков, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, ну давайте будем смотреть, что это такое. Не знаю. Вау, ух ты, какая интересная карта. Ну-ка давайте. Так, как управлять, а то я забыл. Да, был, хорошо, все. Ну хорошо, блин, ну я не знаю, наверное, видимо... Устраняйте врагов следом. Ага, я понял. Я примерно догадывался, что именно что-то такое. Ага, и эти следы исчезают со временем. Опа! Опа! А-а-а. Ладно, зато я не зацепился, так что у меня еще 6 жизней, как и было. Слушайте, интересный режим игры, интересно. Каждый раз что-то новое эти рокстаровские... придумывают. О! Блин. Я примерно догадывался, что что-то в этом роде, да. В общем, все, я понял суть игры. Ну, давайте попытаемся кого-то подрезать. Тут главное как-то правильно это все делать, что ли.
видимо, уже этот режим давно появился, игроки уже разобрались, а я, как всегда, как последний слоупок, только оно зашел. Ну, что поделать, блин, ребят, ну, меня так всегда, в общем-то, ничего странного. Давайте, давай, ай-яй-яй-яй, не попал, а, сколько жизни осталось у меня? А, это уже все, да? Обидно, ребят. Ну, по крайней мере, я понял суть игры. Да. Я понял суть игры. Ну, посмотрим. Сложный вот этот режим. На самом деле, тут нужно хорошенечко на это все реагировать. И вообще следить за другими. Вовремя причем. Так что да. Ну да, поражение, естественно. Такс. Ну, 3500, ну чуть больше долларов. Ну, нормально, сойдет, в принципе. Победитель получает, по-моему, 16000. Ну, неплохо. Сейчас будет второй раунд. Да. Да, давайте играть. Ну что, ребят, в общем-то, одна жизнь осталась. Один игрок нас покинул, так скажем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, выход за зону игры. Как вернуться? Блин, так дебильно последнюю жизнь просрал, просто жесть. Вот просто жесть, ребят. Да, вот такие вот дела, в общем-то. Ладно, следим за игрой. Ну, по крайней мере, я, по-моему, где-то третьим был, там один игрок уже как бы покинул, собственно, эту игру, что ли. Ну, ладно. Ну, в общем, действительно, тут нужно очень быстро на это все реагировать. И вот у меня всегда такое, я заметил, что вот когда кажется, что вот-вот-вот я уже... Именно перед этим игроком смогу, собственно, как раз таки немножко его подрезать, что ли. Тут же он начинает какие-то резкие движения и просто жесть. Тут уже действительно нужно как-то к этому приучаться, что ли. Ну, в общем-то, честно говоря, мне этот режим игры понравился. Вот. Да, давайте посмотрим, кто, собственно, закончит эту игру у нас здесь. Так, еще 10 секунд буквально осталось. Вау. Было сильно. В общем-то, вот этот игрок Электобой, или как там его, по-моему, он победил. Поражение. Как бы обидно не было. Ну, тут уже побольше. 7000 долларов нормально сойдет. Немножко опыта тоже. Ну, в общем, нормально. Интересный режим игры мне, честно говоря, не понравился. Это, наверное, покруче уже обычных всем надоевших гонок. Ладно, я, наверное,
буду заканчивать, потому что когда я продолжаю как бы записывать или не отвлекаюсь как бы на время, то замечаю, что очень длинным видос получается, а это не всегда интересно. Так что вот такие вот дела. Ладно, в общем-то, ребят, думаю, что вы поставите лайк, поскольку вот, если бы, вот честное слово, если было бы чуть-чуть побольше лайков, ребят, то я бы обязательно снимал побольше GTA Online, еще каких-то, там, не знаю, возможно, Minecraft прохождение, что-то тому подобное, возможно, даже бы чаще видосы делал. Но, ребят, просто поставьте лайк, поскольку, ну, это действительно не трудно, но для нас это как бы определенная мотивация, я об этом уже говорил не первый раз, так что, в общем, думаю, что поставить лайк не составит для вас большого труда. Ладно, в общем-то, ребят, что же, с вами был Джейкоб, огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, оставляйте свои комментарии, ждите новых видео, всем удачи, всем пока!